привет! Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру «Что мне делать?». Когда Иисус вознесся на небеса, Он дал поручение своим ученикам говорить всем Слово Божье. Но ученикам было очень сложно начать. И для этого им надо было молиться. Молиться. Когда Дух Святой, которого послал Иисус, Он помогал и направлял их. И они спрашивали Бога, что мне делать, в какое место пойти, с кем говорить, что мне делать. И тогда Дух Святой показывал, положил на сердце желание, давал направление. И мы сейчас сыграем в такую игру. У Андрея есть карточки. Покажи. Вот карточки. Мы сыграем в такую игру. Он будет говорить, что мне делать, потом достанет карточку, и там будет написано, что он должен делать. Ну, и, конечно же, надо выполнить. Давай, Андрюша, доставай первую карточку. Так. На этой карточке написано «Найти и сфотографировать на улице цветок». Итак, наша первая задача – найти и сфотографировать цветок. Андрей, ты готов? Да. Точно? Да. Ну, поехали. Ну что, Андрей, ты справился с заданием? Да. Молодец. Что ты хочешь спросить? Что мне делать? Доставай следующий ответ, что тебе делать. Держи. Итак, на следующей карточке написано, что нужно залезть на дерево. Давай карточку и узнаешь. Следующая карточка, здесь написано найти дерево, где уже распустились листья, и сфотографировать его. Найти дерево, где уже распустились листья, будет довольно непросто. Но ведь, наверное, и в духовной жизни так. Иногда Дух Святой нас направляет и говорит о чем-то, а мы совершенно не видим реальных возможностей, как же это сделать. Но мы будем искать и верим, что все найдем. Мы искали и все-таки нашли одно дерево. Но вот оно, вот оно. Что мне делать? Сказать, за что ты благодарен Богу. О, какое задание интересное. То, что сегодня выходной. Здорово. Да. Хороший повод благодарить Бога за то, что сегодня выходной. Что мне делать? Что тебе делать? Это последняя? Да. Последняя задачка. Давай посмотрим. Бросить в воду 5 камней. Андрей, ну что, нам нужно идти к морю? Да. На песчаном берегу найти камни тоже не так уж и просто, но Андрей будет стараться.